Всем большой привет, мои любимые зрители! С вами, как всегда, Аня, и добро пожаловать на мой канал. Только вчера я показала вам свежие новые промокоды, и у меня появилась, друзья, идейка. А что, если бы мы смогли оформлять и создавать свои промокоды, делать собственные коробочки? Вам интересно, как это сделать? Тогда, пожалуйста, поставьте лайк на видео, если вы хотите тоже создавать свои собственные промокоды. Возможно, если мы соберем большой актив под этим видео, много лайков накопится, то разработчики заметят это видео, и у нас у каждого появится своя возможность создавать свои промокоды. Ну и конечно, заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаечек, кофеечек и усаживайтесь поудобнее. Видео будет очень полезным и интересным. Я всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Начнем с того, что выйдем из особняка. И первое, куда мы отправимся, это магазинчик. Самый большой магазинчик, который вот этот вот, был открыт первее. Он очень длинный, друзья. Надо пролистать до самого конца. И здесь работает доставка. От этой доставки я буду использовать коробочку с пчелкой. Мой бокс, как вы поняли, будет находиться в этой коробочке. По-моему, прикольно. Но мы же не будем воровать те коробочки, которые получили в промокоде. Это как-то будет некрасиво. Поэтому я предлагаю взять вот такую вот коробочку с пчелкой. Вы тоже можете ее использовать. Возможно, кому-то нравятся такие обычные серые коробки. Очень много разных коробок есть, также в жилых домиках. Ставьте лайк, если хотите отдельное видео, где я буду собирать все коробочки и сумки. Возможно, это будет полезным, кто тоже хочет свой бокс собирать. Ну а давайте с вами выйдем из магазинчика. И следующее место, куда мы отправимся, это, конечно же, пиццерия. Я обожаю пиццу. Ой, что это кассир у нас тут сердится? Кассир, не пугайте меня, здесь же никого нет. Сам собой говорит. Достанем своим персонажиком. Давайте не будем сердить кассира, а просто выберем какую-нибудь пиццу. Да нет, друзья, не какую-нибудь. Я выберу для вас самую вкусную пиццу. Мне нравится та третья, с колбасками. И вот такая вот пицца будет в моем боксе. Сначала я ее положу на картоночку, а картоночку уберу в коробку. Подождите, это не получается сделать. Я думала все аккуратненько оформить, но это, видать, поднос на столик. Ладно, ничего страшного, тогда просто в коробку закинем. Вот такая вот вкусняшка, друзья, будет в моем боксе. Пицца с колбасками. Но это еще не все, я также хочу сделать сюрприз пиццу. Она будет двойной. Вот такая вот клевая вкусняшка. Друзья, это правда здорово. И две коробочки с пиццы отправляются в мой бокс. Посмотрите, как все идеально вместилось. Мне кажется, отличное начало. А что думаете вы? Также, друзья, в холодильничке вот здесь вот обычно есть кусочек пиццы. Где-то ничка из пекарни. Но он у меня сейчас в пекарне, поэтому мы туда и отправимся. Давайте пролистаем карту и загрузимся сюда. Вот эта пицца. Посмотрите. Достанем своего персонажа. Кстати, кто не знает, этот секретик нужен, чтобы активировать разные вкусы. Вы просто... О, подождите, у меня подарочек здесь. Так я же его вроде бы открывала. Отставим коробочку, друзья, посмотрим, что здесь. Еще один фартук, классно, у меня уже два фартука скопилось. Но нам нужен элемент, а именно пицца. Вот этот кусочек будет в моем боксе. Как просто какая-нибудь, ну я даже не знаю, статуэтка маленькая. Маленькая статуэтка пиццы. Такое вот фирменное оформление. Я бы его вот сюда бы приклеила и сделала бы свою бы коробочку. Давайте передадим ее персонажу и будем выходить из пекарни. Следующее, куда мы отправимся, это торговый центр. В моей коробочке также будет классная одежда. Спустимся на первый этаж. И мы как раз находимся в разделе с одеждой. Давайте достанем персонажа. Итак, друзья, пицца. Это томаты. Поэтому будет такая вот футболка с помидоркой. Почему бы и нет? Можно еще взять в таком вот белом цвете. Обувь я здесь не вижу с помидоркой. Вы что-нибудь видите? Нет, только есть такие вот цветные комбинезоны. О, кстати, пицца с ананасами мне тоже нравится. Я думаю взять еще вот этот комбинезон. И давайте его закинем в коробочку. Выходим из магазинчика.
Теперь, друзья, мы должны отправиться на танцплощадку. Танцевальный зал, клуб, кто как называет это место, здесь они не подписаны. Подождите, я как-то его пролистала, вот оно. Все никак не привыкну к хэллоуинскому оформлению. Достаем персонажа. Отсюда я буду добывать штанишки. Да, друзья, почему бы нам не добыть штанишки? Я считаю, отличные комплекты можно найти. Особенно вот в этих сумках. Вот такие вот серые штанцы мне нравятся. И не только, друзья. Здесь еще есть одна классная сумочка. Вот она, розовенькая. И тут прикольные штанишки с разбитым сердечком. Я тоже их хочу закинуть в свою коробочку. Вот такие вот комплекты у меня будут. Посмотрите, по-моему, сочетается. Вот эта футболка и эти штанишки. Еще один комплект будет с этой футболкой. Ну и отдельный комбинезон. Пицца с ананасами. Она как-то у нас в другой стороне, в другом положении. Давайте закинем все в коробочку. Также пиццу положим. И посмотрите, какое уже прекрасное наполнение. Я думаю, это замечательно. Ой, мне нравится еще вот эта красная повязка. Она тоже пойдет в коробочку. Выходим из локации. Следующее место, куда мы отправимся, магазин кепок. Здесь есть очень клевая кепка с кусочком пиццы. Она была просто создана для этого бокса. Для бокса любителя пиццы. Я закидываю ее в коробочку. И думаю, достаточно, друзья. Не будем заполнять именно кепками все это дело. Вполне хватит. Выходим из магазинчика и сейчас направимся в следующее место. Это будет школа. Школьная локация. Здесь возле шкафчиков. У меня уже открыт пак. Пак вот с такими вот предметами. И, друзья, я хочу что-нибудь отсюда выбрать для вас. Давайте присмотримся. Может быть, мешочек в бокс положить? Или рюкзачок? Да, я думаю, какой-нибудь рюкзачок вам добавить. Или модные очки. Вот такие вот очки-звездочки. И розовый рюкзачок. Давайте это тоже в бокс положим. Хотя знаете что? Мне даже больше нравится рюкзачок вот этот вот. В этом рюкзаке есть косметика, крем, тетрадочка. А пенал я поменяю на этот розовый. И то есть у вас в боксе есть рюкзак, в котором еще больше предметов. Я также положу вот эту книжку. Новая мобила у вас тоже будет. А этот рюкзачок мы закинем сюда, в коробочку. Посмотрите, друзья, по-моему, эта коробочка идеальная. Здесь так много вещей всяких разных и очень полезных. Также в моем боксе будет постер с милым котейкой. И давайте выходить из школы. Следующая локация, куда мы отправимся, это театр. Листаем в самый-самый конец. О, друзья, кстати, я не забрала сегодняшний подарочек. Давайте сначала на вокзал сходим. Еще 6 часов ждать. Так, значит, не заберем. Возвращаемся и отправляемся в театр. Он в самом конце, там, где сцена. Давайте достанем персонажа с коробочкой. И продвинемся левее. Тут есть награды. Знаете, то, что в боксе есть награды там за 100 тысяч подписчиков, за 200... У нас с вами будет вот такая награда, звезда. Потому что вы самые-самые лучшие, вы мои звездочки. И, друзья, обратите внимание, вот в этой коробочке тоже есть разные награды. С ананасом, что было актуально бы. Потому что пицца есть с ананасом. Лайк. Разные другие награды, цветные, розовые, лягушечки. Интересно, за что это награда? И вот такие вот алмазики. Выбирайте в свои боксы любые награды. Какую бы, кстати, вы выбрали? Может быть, это была бы и вовсе серебряная. Серебряный лайк. Или бронзовый палец вверх. Ну, я для вас выбираю самую топовую и лучшую награду. Вот такая коробочка, друзья, у нас и получилась. Мы ее можем закрыть, и она очень компактно смотрится. Давайте с вами теперь введем промокод. Как бы писался мой промокод? Заходим во вкладочку с паками и листаем в самый-самый конец. Здесь есть промокоды, место, куда их вводить. Нажимаем и вводим, друзья. Мой промокод пишется вот так вот.
Аня, пицца. Мы его активируем и ждем, когда прилетит коробочка. Та-дам! Ну, думаю, вы все знаете, вы все видели и смотрели. Ой, как здесь удачно камера стоит. Как всегда, снимаю обзорчик для вас. В моей коробочке все самое необходимое, все самое вкусное и прикольное, друзья. Пишите в комментариях, как вам мой бокс. Тоже можете его активировать для себя. Я думаю, очень прикольно получилось. Пишите, что бы вы добавили в свои боксы и как бы назывался ваш промокод. А знаете, что я хочу еще сделать? Я хочу создать еще промокод для Wednesday. Wednesday, что ты об этом думаешь? Мне, если честно, все равно, Ань. Давай лучше закончим это видео. Нет, Wednesday, подожди, мы не можем так просто оставить зрителей без твоего фирменного промокода. Давай же отправимся на сборы. Выходим из театра. И первое, куда мы с вами загрузимся, это, конечно же, школа. Там, где у меня открыты эти боксы. Здесь есть такой вот классный наборчик, и он определенно понравится Wednesday. Давайте посмотрим на какие-нибудь вещи. Вот, что думаете, если у нее будет вот такой вот с паутинкой рюкзачок? Здесь уже есть классный кулончик, кристаллики. Я предлагаю их оставить. Обувь будет у Wednesday. В ее боксе. И вот такие вот стикеры на щечку. Наклеечки. Думаю, достаточно. Ой, кстати, а давайте Wednesday вот такую большую коробку и дадим. Было бы так здорово, если промокоды бы наполнялись такими большими коробками. Ну вот, друзья, у меня только сейчас появилась эта идея. Надо было добавлять свой бокс вот в эту коробку. Она же такая большая, у меня так много вещей. Это правда круто. Ну или в какую-нибудь другую коробочку от пака. В общем, коробочку Wednesday мы будем собирать здесь. Я закидываю все эти классные вещи и передам коробочку своему персонажику. Будем отправляться дальше. У меня сейчас находятся эти вещи, так как я снимала сериальчик, в магазинчике. Только каком, я не помню, по-моему, в обувном. Да, не в обувном магазине. Вот я их здесь выставила, потому что снимала сериальчик. И я хочу собрать то, что пойдет в ее коробочку. Вот такие вот темные штаны. Еще одни штанишки. Кофточка. Также можно добавить юбку клевую. Кофта с летучей мышью. Я думаю, отличные вещи в ее боксе. Подождите, можно еще вот такой вот бантик миленький добавить. Темный прикольный бантик. И допустим, это такая вот одежда будет в ее боксе. Обувь уже здесь есть, поэтому закидываем в коробочку. Можно даже распределить, чтобы она не вылезала. Как-нибудь сбоку положить. И выходим из магазинчика. А следующее место, куда мы загрузимся, это тоже клуб. Тот же самый танцпол. Надо его найти, я постоянно, вот не поверите, постоянно я теряюсь в этих украшениях. А здесь, кстати, тоже есть одежда в темном цвете. Но мы уже набрали много одежды, я даже не знаю, друзья, положить ли еще в бокс. Давайте вот эти штанишки с кофточкой возьмем. Также возьму диск. И что еще можно забрать отсюда? О, темная краска! Только не эту краску возьмем, а сейчас ходим в салон. Да, точно. Давайте положим вот эти вещи в бокс. В наш огромнейший бокс. И выйдем из этой локации. Мне так нравится то, что безлимитные коробочки в этой игре. Давайте забежим в торговый центр. Нам нужен раздел с техникой. Он находится на втором этаже. Листаем влево и достаем персонажа. В боксе Wednesday будет еще какая-нибудь техника. Вот такая клавиатура. Еще я хочу джойстик сюда положить. И можно добавить ноутбук. Да, друзья, в вашем боксе от Wednesday будет ноутбук. Вот так вот здорово. По-моему, ее бокс намного круче моего. Хотя на вкус и цвет, как говорится. Игрушки это не в стиле Wednesday, поэтому ничего отсюда добавлять не будем. Давайте выйдем из этого магазинчика.
и сейчас отправимся в салон. Парикмахерскую. Ее я тоже постоянно забываю, путаюсь. Вот она. Загружаемся сюда. И здесь у меня почему-то стилист сам себе волосы красит. Давайте достанем персонажика и выберем краску для Wednesday. Скорее всего, у нее будет вот такой вот цвет и вот такой. Знаете, что было бы добавить актуально в мой бокс? Вот эту краску и красненькую. Да, я что-то не подумала. Но у Wednesday она будет. И главное себе волосы не окрасить. Но я окрасила волосы кассирши. Случайно получилось. Ничего страшного, друзья. Вот так вот все у меня отлично вместилось. Может, кофеварку подарим Wednesday? Ладно, это точно лишнее. Передаем бокс. Персонаж уже не хочет его брать даже. Ой, как мило здесь они стоят, посмотрите. Стояли, я их посадила. Тут еще есть какие-то крема, лаки. Ладно, друзья, будем выходить из салона. И что же можно еще добавить в Wednesday? Давайте загрузимся в особняк, я знаю что. Поднимемся на верхний этаж, опять эти жильцы набежали. И продвинемся к гардеробной. Какой же тут беспорядок я устроила после съемок. Вот эту сумку я добавлю ей. Да, маленькая сумочка тоже не помешает. И выйдем из этой локации. Откроем теперь паки. Надо присмотреться к новым пакам, друзья. Активируем наборчик хэллоуинский, который шел бесплатно. Мы появляемся в домике. И добудем еще каких-нибудь клевых предметов. Вот этот вот стильный скелет тоже пойдет в наш бокс. Вернее, не наш бокс, а бокс Wednesday. Я также хочу добавить вот эти вот клыки в ее бокс. Они тоже крутые. И что же еще можно? Она сейчас вот в этом костюмчике, вот в этой пижамке. Можно шляпку добавить. О, точно, сходим еще за кепочками. Ну, будку не будем добавлять, это уже лишнее. Пролистаем все предметы. Для малыша Wednesday можно добавить такой милый костюмчик. И наполнение получается очень большим. Я продолжаю вытаскивать все предметы. Можно еще детскую коляску поместить. Ну, слушайте, Wednesday и размерчик бокса побольше. Даже две коляски вместятся. Может быть, что-то еще и для доктора составить? Но это уже лучше в другом выпуске. Друзья, если вам нравится похожая рубрика, то напишите в комментариях. Снимем в следующий раз какой-нибудь бокс для Барби и доктора. Например, у доктора, так как он ветеринар здесь, будут питомцы. Что-нибудь из предметов для питомцев по типу корма, лакомств. Ну а мы пока что закинем все в эту коробочку. И что, друзья? Я предлагаю еще вот этот диск закинуть. Тоже пластинка клевая. Передаем персонажам и выходим из домика. Последнее место, куда мы отправимся, это магазин кепок. Он находится почти в центре, не потеряемся. Выберу кепку Wednesday, вот такую вот шипами. И что же еще можно выбрать? Может быть, у нее будет две кепки? Да, мне нравится еще вот такая вот. Клетчатая. И давайте закинем ее в коробочку. Вернее их. Две вот эти кепки. Получился мега клевый набор. Друзья, и я даже еще бы что-нибудь добавила. Например, в редакторе. Мы можем создать персонажа и выбрать какую-нибудь кофту. Тут есть полосатая кофта. Мне напоминает ее стиль. И под этот комплект подойдут штаны. Хотя штаны мы уже взяли, может быть, выбрать юбку? Да, давайте подберем какую-нибудь юбку. Что здесь есть? Наверное, в официальном, вот это вот сердечко. И надо получить эту одежду. Для этого мы просто загрузимся в какой-то магазинчик. О, новая коллекция наконец-то появилась! Ну как, друзья, новая, она старая. Просто раньше там была коллекция Барби. Вы знаете, в принципе. Наконец-то я смогу сменить свое платье. Мне нравится вот этот комплект. Посмотрите, прикольная кофта радужная. Ой, здорово. Надо ее сохранить будет. Так, друзья, а мы пока что закинем вот эту одежду. Барби здесь стоит. Без своей коллекции. Все, ее разделим.
Ну что, друзья, бокс Венсдей готов? Я думаю, бокс Венсдей будут отправлять не так, как отправляли те боксы. Его будет доставлять фургон, будет приезжать машина отдельная, целый грузовик доставит коробку. Запоминайте, как он пишется, и получайте промокод. Ну а на этом видео подходит к концу. Обязательно подпишитесь на канал, я буду держать вас в курсе всех новых промокодов. Пишите ваши вопросики, если у кого-то есть они. Всегда помогу, подскажу, что и как активировать, куда вводить, если у вас не получается, почему не получается. Я планирую снять отдельный большой выпуск, у кого какие проблемы и как их решить. Поэтому оставляйте их в комментариях, и я постараюсь отобрать все вопросики. Не было еще какого-то подробного гайда с их решением, и я постараюсь запилить их для вас. Ну а я вас всех очень сильно люблю, желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока!